В Одесской области военные приторговывали оружием. В одной из частей обнаружили пропажу крупной партии пистолетов. Несколько стволов уже успели засветиться в преступлениях. Кого подозревает прокуратура, узнавал Андрей Анастасов. Воинская часть в поселке Черноморская под Одессой. Ракетно-артиллерийский склад. По данным военной прокуратуры, именно отсюда были похищены пистолеты Макарова. 164 единицы. Сделали это якобы сами военнослужащие. Розкрадання охоплює період з липня 2016 року по січень 2017. Фігурантів діла порядка 20, від замкомандира части до офіцера-психолога. По одній з версій, пістолети через посередників воєнні продавали гражданським по ціні $300 за ствол. Подозрення поки нікому не об'явлено. Діло в тому, що личний состав знаходиться в зоні АТО, тому допросити фігурантів не можуть. Наразі ще не завершена інвентаризація зброї. У зв'язку з цим визначити певну остаточну кількість викраденої зброї не є можливим. В этой части, из которой пропало оружие, дислоцируется 28-я отдельная механизированная бригада. Здесь настаивают, скрывать им нечего. Недостачу пистолетов обнаружили самостоятельно во время плановой инвентаризации. И допускают, это связано с боевыми потерями. Коли частина вийшла з зони АТО, було виявлено оцей недолік. Відповідно, було призначено службове розслідування оперативного командування «Південь». Тем временем пропавшие пистолеты Макарова начали всплывать в криминальной хронике. Село Усатово, март этого года. В салоне красоты раздается стрельба. По счастливой случайности никто не пострадал. Був затриманий 31-річний чоловік, який з хуліганських спонукань в приміщенні одного з парикмахерських салонів здійснив постріли у стелю з пістолету Макарова. А от во втором случае із похищеного Макарова було совершено убийство. Вполне возможно заказное. Одеса, конець января, мужчина на мопеде несколько раз стріляє в другого. Позже тот умирает. Впрочем, погибает і сам убийца. При попытке його задержания последний произвел выстрел себе в голову, от которого он скончался. Сколько таких Макаровых еще может гулять в уголовной среде, неизвестно. Военная прокуратура ищет пропавшие пистолеты, а полную инвентаризацию вооружения воинской части планируют завершить в следующем месяце. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал «Интер», Одесская область.